Сёмка уже открыл посылочку, нам пришла. И как раз очень в тему, потому что я сегодня хотела поменять постельное белье. Что такое, открыть ты хочешь? Это у нас одеяло. Положили в комплекте, мало ли мне не подойдет одеяло. Открыть тебе надо? Да. А здесь находится эта новая марка. Марка или фирма, как правильно это назвать? Марка, наверное. Постельного белья. А именно конкретно пододеяльников. И называется это «Умный пододеяльник». А мне сразу же стало интересно, я думаю, почему бы не попробовать что-то такое новое. И согласилась ребятам помочь, потому что вот они только-только начинают еще, развиваются, да, еще мало кто о них знает, но я с радостью решила попробовать все беленькое такое. Очень приятная ткань, я вам скажу. Очень приятно. Знаете, такая ткань, как в номерах в отелях. Вот знаете, в отеле, когда спишь, там такое белое белье, такое гладкое. И прям хочется в этой кровати вечно оставаться, не хочется оттуда вылезать. Блин, он такой мягонький, да? Такой мягкий. Тебе нравится? Очень мягкий, да? Вот, здесь получается пододеяльник, две наволочки, вот Сёма уже одну дел куда-то, и простынь. Простынь, только вот не вижу, натяжная или нет, по-моему, не натяжная. Ну, посмотрим, очень надеюсь, что все нам подойдет. Так, давайте сейчас посмотрим на одеяле, чем же у нас хорош этот умный пододеяльник. Гонь, помоги мне. Мама. Ну, пожалуйста. Игорь, смотри, в общем, в чем фишка? Мягонько? Вообще. Тут, в общем-то, идут вот такие вот замки по всему одеялу. Ой, ну и лучше меня. Вот, то есть, получается, вы просто положили, берете одеяло. Смотри, это специально для тебя. Это для тебя, я нормальное одеяло умею. Берете одеяло, просто его кладете и закрываете. И вот так вот берете замочек. Все, заправлено! Так нечестно. Здорово. Герман тебе подарил автобус? Да, вот такие. А скажи Герману спасибо. Спасибо. Скажи спасибо, Гера. Спасибо, Гера. И тетя Настя. Есть тетя Настя. Да, вот какой у нас автобус. Я его положила под елочку, и Семочка его достал сам. Да, Сем? Похлопай в ладошки, порадуйся. Ура, ура! Будешь сейчас... Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Будешь сейчас играться? Да. А маме покажешь? Ой, как он хорошо ездит! А тут написан состав у них. Хлопок 100%. Вот хлопок, да? Угу. Угу, ладно, спасибо. А бабочки еще, если что, есть отдельно, да? Ну, тут да, если под белую. У нас потому что брючки такие винные, бордовые. В центрах просто какая-то беда. Столько народу. Все покупают подарки, игрушки. Я ищу рубашку, не могу ничего найти. Вот тут два варианта присмотрела. Сейчас еще посмотрю. Выбираем нашим друзьям подарок на Новый год. И вот не можем определиться. Мы вообще этот мультик не смотрим. Но Сенечке нравятся паровозики Чаггингтон. И вот думаем, какой лучше. Тут вместе с дорогой уже. А можно отдельно вот покупать эти паровозики и собирать целый комплект
Представляете, я еще только приехала с работы, хотя время у нас сколько? 19:38. Я на работе не обедала, и сейчас я очень хочу кушать, но не хочу ничего такого плохого перекусывать, поэтому буду готовить. У меня будет сегодня паста с креветками, с шампиньонами в сливочном соусе. Очень уже скорее хочу кушать, поэтому быстрее буду готовить и есть, есть, есть. Тёмке сейчас купили на вечер еще поиграться такой вот кран. Вот, нужно будет с папой ему собрать, а я пока буду готовить. Вот что у нас в итоге получилось. Мы не стали добавлять в общее блюдо креветки, просто положили их сверху. И здесь у нас вот сливочный соус, получается шампиньоны с чесночком и с чуть-чуть луком. Очень вкусно, но очень калорийно. Но ничего, если не часто, то можно. Покажи, как у тебя покажи пальчики. Это ты сам так сделал? Это что такое? Сём, покажи папе. Покажи папе. Тюдик. Сём, подожди, давай мы сначала с тобой найдем эту частичку. Попросим папу, чтобы он под диваном поискал. Так. 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 Сём. Сопли? Много? Мы с папой команда? Команда. Команда. Да, вот у нас. Команда. Мы почти собрали. Команда. Команда. Да, Сёма все повторяет. Сёмочка, это что такое? Кань. Нет, а вот это вот мама на что пальчиком показывает? Колеса. Колеса. А это у дяди что на голове? Шапка. Шапка. А это кто такой? А ручки. Ручки. А вот это вот кругленькое что? Руль. Руль, молодец. Нам Дедушка Мороз, скажи, подарил песок, да? Да. Да, и мы теперь играемся. Разложили такую большую бумажку, и Сёма играется радостно. Сём, ты только ногами-то на него не ступай. Короче, сейчас весь будет грязный. Сём, смотри, можно даже снежки из него лепить. Да? Смотри, какие снежки. Да, кто-то ходит по крыше. Дед Мороз. Дед Мороз? Сёма, какой ты стишок рассказывал Деду Морозу? Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. Ты подарки нам принес. Смотри, какой мама шарик сделала. Давай. Смотри, у нас почти снеговичок получился. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. Сёмыч вон с фонариком играется, который ему подарили на утреннике. О, ты сыщик? Ничего себе! Ты важный человек, блин. Вот. Какие мы с тобой сонные. Ты блинчик ешь? Да. Вкусно? Скажи вкусно. Скажи вкусно. Вкусно. Мы с тобой недавно подстригались, а посмотри, какой ты уже снова волосатый. Ты говоришь, что нам с ним одновременно стричься. Причем у тебя волосы отрастают больше, чем у папы за это. Да, ага, что посмотри, у меня тут тоже. У меня так же. Так же, как у Сёмы. Да. Короче, у Сёмы, да. У нас семейка волосатиков. Мама тоже это в этот раз. Это все масло. Много масла. А я думала, ты про сливочное, которое мы купили. Ага. Сёма, покажи, какая у тебя игрушечка. Вот фонарик. Ты теперь сыщик, да? Сыщик. Семён у нас теперь ищет привидений.
Да? Ты такой холюсенький, когда только проснёшься, такой маленький пупсик. Зачем тебе тарелка? Дай ему тебе. Зачем тебе тарелочка? А зачем тебе мамин чокер? Ты зачем чокер в тарелку положил? Все должно быть по фэншую. Это фэншуй? Да, чокер в тарелочке. Все должно быть в тарелочке. Что, мы тепло-тепло оделись, да? Да. И поедем сейчас на природу. Ксения. Ксения, да? Убейся. Бибика. Вот так вот надо убирать снег. Чтоб за забор и на соседний участок. Завтра все вернут обратно. Это такое развлечение. Смотрите, какая собачка крутая. Мраморная Колли, да? Ты мраморная Колли? Ой, какая мягкая. Это Оскар. Сёма боится. Сёма, но он хороший. Сёма с тобой играет. Ты что, боишься? Привет! Смотри, мама ведь не боится. Мама не боится, не боится. Хорошая собачка. Мы приехали к метро. А Семёну подарили машинку наши друзья. Все, не расстается. И все, да, это теперь. А самая машина едет. Да? Ага. Сём, у тебя спина не затекла? У меня бы затекла уже. Чего ему, что-то ему здорово. Давай. О, посмотри-ка, какая там красота. Смотри, какая елочка. Заходи, заходи, мы хорошо. Мы в очередной раз приехали в метро, и тут все в алкоголе. Алкоголь переехал в книжки. Смотри, я не знаю, везде. А я набрала себе, так, в общем, такого всего женского домой, на кухню. Щипчики, стеклянные формы, потому что у меня одна только была большая форма. И я наконец-то себе нашла термос для еды. Это вы мне посоветовали в видео, термос для еды. В общем, ладно, потом детские, покажу. Детские, высокие, там видно. Сёмка в таких магазинах обожает смотреть на рыбок. Да? Все, закупился? Поехал, поехал. Сём, стой. Стой, нам же надо папу ждать. Ну вот счастье у ребенка, счастье. Катать машинку, ничего больше не надо, да? Это все. Ой, какой холодный фотоаппарат. Я сделала себе накаточки, не стала я делать какой-то себе там супер новогодний. Елочки, блесточки, чтобы от него не устать. Моя любимая геометрия, мои любимые цвета. Вот, еще хочу вам показать. Я вам очень благодарна за то, что вы мне посоветовали вот такой вот термос для еды. Сейчас я беру с собой на работу. Вот сейчас буду обедать, покажу вам. Вот, смотрите, здесь открывается. То есть, по идее, это можно использовать даже как тарелочку. Здесь еще вторая крышка, которая типа максимально сохраняет тепло. И там у меня супчик. Грибной, куриный суп-пюре. Вот, буду кушать. Нам пришла посылочка. Я предполагаю, что здесь какой-то подарочек для Семёна. Что-то такое твердое, как книжка. Красивая. Очень красивая бумажечка. Только так может Маша кинуть ножницы. Ух ты! Книжки? Тут не одна даже книжка, тут много. Где живет Дед Мороз? Я знаю. В лесу. Это что такое, открытки какие-то? Да. Ой, какие красивые тоже.
странный, милый волк. Семен, кстати, очень хорошо выговаривает волк и любит сказку про волка. Куда подевалась зима и Рождество Кракса. Здорово, очень хорошие книжки. Спасибо! Ребятки, еще хочу вам сказать о том, что у нас предновогодняя супер крутая акция в чудо-продукте. Поэтому, если вам интересно большой-большой скидкой и по хорошей акции приобрести наши продукты, то тогда ссылочки будут внизу под видео. Вы можете посмотреть в Инстаграме, либо на нашем сайте, либо написать нам на наш рабочий номер. Вот, так как нам, конечно, в преддверии Нового года хочется вас радовать, дарить подарки. Еще раз вас с наступающим Новым годом. Я думаю, что это, скорее всего, заключительный влог в 2016 году. Но обязательно я поснимаю саму новогоднюю ночь и думаю, что в январе поделюсь с вами ей на канале. До встречи в новых видео. Пока-пока.